Добро пожаловать в Flipme, ваши входные билеты в будущее банковской и криптовалютной сферы. Инвестирование в постоянно развивающиеся криптовалютные активы рынки NFT предоставляет огромные возможности. Тем не менее, важно признавать риски, связанные с рыночной волатильностью, экономическими условиями и методами бухгалтерского учета. Наша презентация предоставляет ценные исследования. Напомните, что она предназначена исключительно для информационных целей и не является финансовой консультацией. Мы здесь, чтобы информировать, а не рекомендовать конкретные действия или продукты. Фактические проблемы. Почему так много людей еще не в криптовалюте? 70% не понимают криптовалюту. Процесс покупки криптовалюты сложен. 38% сталкиваются с проблемами учета. Банки блокируют криптовалютные средства. 84% считают, что криптовалюта небезопасна. Это нерегулируемый бизнес, полное мошенничество и недостатка безопасности. 21% населения мира не имеют банковского счета. 1,7 миллиарда человек остаются без банковской поддержки. У нас есть решение, чтобы предоставить вам легкий доступ к криптовалюте. С Flipme вы сможете проводить операции с криптовалютой, зарабатывать, стейкинг, перевод средств, а также торговлю, варианты кэшбэка и операции с блокчейном. В 2023 году у нас уже есть 420 миллионов владельцев криптовалюты. В следующие 5 лет это число увеличится в 15 раз. Это означает, что к 2028 году у нас будет более 5 миллиардов людей, владеющих криптовалютой. Мы будем свидетелями самого большого финансового перехода и традиционного банковского сектора. На данный момент в мире более 2 миллиардов пользователей MasterCard и Visa. И вы, среди первых, кто объединяет банковское дело и криптовалюты вместе с Flipme. Flipme предлагает широкий спектр функций, включая перевод денег, мгновенные платежи, кэшбэк, кошельки, физические и виртуальные карты, SEPA, обмен, SWIFT, мировые покупки, множество фиат-валют, соблюдение правил и возможность получать зарплату. Flipme предлагает различные варианты карт, чтобы удовлетворить ваши потребности, от стандартных карт Flip до премиум и элитных металлических карт. В мире криптовалют есть такие игроки, как Binance, Crypto.com и Coinbase. С другой стороны, в банковском секторе есть известные игроки, такие как Revolut, N26, Wise, HSBC и Bank of America. Flipme стремится соединить мир криптовалюты и банков, предлагая клиентам уникальную концепцию и платформу. Наша модель деления прибыли разработана так, чтобы выгодно воздействовать на всех участников. 50% видит в пользу Flipme, 30% покрывают операционные расходы, а оставшиеся 20% делятся с инвесторами. Этот источник дохода происходит от сборов за обмен криптовалюты и фиат, месячных платежей за подписку, онлайн и пост сборов за транзакции, сборов за покупку карты, всех сборов за подписку на карту. Наш предпродажный этап ограничен 100 миллионами уст, и на разных этапах предоставляются увеличивающиеся преимущества. Присоединяйтесь на ранних этапах, чтобы максимизировать ваши ежедневные выплаты. Вы можете приобрести различные NFT платежных центров, начиная с 100 уст за современную квартиру и заканчивая 30,000 уст за кристальный небоскреб. NFT платежный центр Винтажный Дом дает вам выплату в 2 раза больше его стоимости, предоставляя вам 200 уст. Королевский особняк предлагает 6 раз больше его стоимости, даря вам 30,000 уст, а кристальный небоскреб приносит удивительный 8 раз больше его стоимости, предоставляя вам 240,000 уст в выплате.
Мы также предлагаем два суперредких ограниченных платежных центра, мечта замка стоимостью 50,000 ст, предоставляя выплату в 9 раз больше его стоимости, и райский остров стоимостью 100,000 ст, предоставляя вам невероятную выплату в 10 раз больше его стоимости. Приготовьтесь к большому объявлению. Предпродажа в Липме начнется 25 сентября в 13 часов уч. Отметьте это в ваших календарях и станьте частью этого захватывающего путешествия. Оставайтесь на связи с нами. Присоединяйтесь и следите за нами на основных социальных медиаплатформах, таких как Instagram, Twitter и Telegram, чтобы получать свежие обновления и новости. Flipme – ваше будущее в банковской и криптовалютной сфере. Присоединяйтесь к нам и обобщайтесь будущего уже сегодня.